Его там настраивать там сильно надо или нет? Ой, бля, я хуй знает. Про DTS вообще ничего не скажу. Там дохуя что можно и дохуя что. По-моему, там я нихуя не настраивал. Ну, дохуя что можно посмотреть. А вот как посмотреть, это же надо узнавать, блядь. Шариться там, тыкать. Это же синтек может. Не, мне просто там говорили, что он намного лучше, чем рекаунт. Мне похуй, я с рекаунтом играю, это нормально и так. Багать часто. И похуй. По крайней мере, я вижу, кто луч зеленый словил с фиолетовой меткой, блядь. Вообще без проблем. Катинус Монт. Ой, блядь. Спать охота. Завтра на работу, блядь. Завтра что же, да, РТ есть? Да, там второй рейд, целка, РС, обычки. Ну тыкайте на сумон, хули вы стоите, блядь, прыгаете. И сумоньте тоже, хули вы, блядь, это. Я так в одного буду 5000 лет сумонить, блядь. Мы так хуй когда чё убьем, блядь. А если, короче, я так понял, если на твинах ходить во второй рейд, то тогда ты отвяжешь. Ну, Чтобы я падали. знаешь, да, чтобы, ну, представь ситуацию, ну, ты понял, да, к чему это все. Ну, я понял, да. Я себе, А я если... Смотри, а вот если попросят. Ну, нету тела, а вот есть чувак, который есть не твины. слишком маловероятно. Во-первых, рейд первый не состоялся. Во-вторых, у них там и классы разные есть. Вот, и как бы я туда иду. У меня там такие классы, на которых на обоих есть и танк, и хил, и дд, блядь. То есть я духа дыр могу закрыть. То есть у меня пал друид туда идут. В связке пал с друидом. Короче, я мало их сумонить, они уже, наверное, АФК. Пошли танчить трэш. Вот, ты, допустим, у тебя персы, что там, лок, маг, кто еще там, ДК и пал, допустим, да? Ты, допустим, подумай, какие два перса ты можешь варьировать у нас в рейде. То есть у нас, допустим, не хватает частенько РДД, да? То есть ты идешь локом и, допустим, этим магом. Вот туда заваливаешься, там, титикакой там. Не, я особо не вообще, у меня нет желания там что-то ходить. Я про имею в виду, если просто вот, ну будет им нужно тело какое-то из гильдии. Ну вот Прямо. тело помочь, ну просто ИП пускай на эти тела копится. То есть, Ну а допустим. не, ну а тогда я не пойду, нахуй мне там. Так а ты двойное тоже не будешь получать, потому что ты. Вот представь ситуацию. Вот ты пойдешь, да, кем тебя попросят. Ну тогда не Зайдешь. пойду. Ну, получается, ты с твинами как? С пугами лучше тебе ходить, чем с гильдией или как? Ну а Просто смысл, подумай. если мне отвяжет персонажа? Я Персонажи. потом не смогу на него это Так смотреть ты или как? хочешь, понимаешь, ты хочешь несправедливую хуйню. Ты хочешь прийти туда лутануть типа и прийти сюда лутануть типа Нет, и забрать слово, она шмотку. справедливая, когда тебя просят. Когда ты сам идешь, это несправедливо. Когда тебя просят, базара нет. Тут все справедливо. Короче, я понял. Ну не хочешь во второй рейд просто и не ходи. Да нет, конечно. Блядь, на первый ты без особого желания. Ну вот видишь, если желание есть у кого-то, то приходите. Я имею в виду так вот, если бывает, надо. Я не вижу никаких проблем с этим. Ты себе сам проблему придумал. Я с Что? нуля, я также с нуля ИП начну и одену все, что хочу. Только я одену Ну это в это Гереде. придется ходить, ну, стопом каждый раз, чтобы у тебя Ну, был нормальный блядь, перец. ну как хочешь, как хочешь. Хочешь не ходи. Способ. Я не спорю с Добро. этим. Ну, пожалуйста. Если тебе проще с пугами сходить, чем с гильдией тут. А я испугаем не хожу. Ну, так просто у тебя времени не хватает, значит, и все. Если не хватает, то ничего страшного. Никто не заставляет. Угаем РФ, я с пугами закрываю.
А так вот сам подумай, если другой персонаж будет отвязан, то это надо, чтобы на нем приор был, это надо им постоянно ходить. Ты ну да, так для этого система и придумана это. Она не придумана так, что там зашел, там в 6 рейдов сходил, налутал и пришел в рейд и спиздил, что тебе надо. Так не будет. Будет справедливо. Вот я тебе говорю, когда просят, это бывают редкие случаи. Ну, значит, будем просить, а ты будешь просто сидеть. Ничего страшного. Хочешь, будет так. Если неохота в рейд ходить, то никто заставлять не будет. Не, ну а это будет просто бесплатный поход тогда получается, так? Да почему бесплатный? Ну ты же не хочешь идти. Потому что ты никак шмотку не отдашь мне, потому что, во-первых, нет приоритета. Ну ты, так. если ты не хочешь приоритет копить, то как я тебе его обеспечу, этот приоритет? Ну, ты не понял, я тебе, ну... Если его копить, то придется, блядь, в каждый рейд ходить. А если ты в каждый не сможешь ходить рейд, то это тебе придется твинг, в два рейда ходить, так? Чтобы у меня был приоритет, ты понимаешь? Это же не твой основной персонаж, ну типа какая разница. Нет, зашел, победил. Не, он хочет, ходить. Он хочет любого перса одеть, когда вот он хочет всеми персами сходить, когда ему удобно. Когда удобно, сходил, когда неудобно, не сходил. Просто по факту ты одеваешь мейна и изредка заходишь на твина. Для этого и нужен твин. То, что нет, это не мейн, нет, во-первых, вы в терминологии путаетесь. Во-первых, твинк это персонаж 19-29 уровень и так далее. Ну, альт, блять. А, альт, да, правильно называется альт. Чтобы попадать в геру альтом, надо дохуя что сделать. Вот у меня, скажем, 5 персов все в геру попадают. Не у всех так персы попадают в геру. По требованиям там, по ДПСу, по спекам там. И хилить, и танчить все могут. 3 танка могут Геру на фул затанчить у меня. Вот если есть какое-то желание там что-то делать, там спек какой-то делать, то пожалуйста ходите. Если нет времени ходить, то пожалуйста не ходите. Ничего страшного. Вот. Да, тот рейд, который собирается, он собирается... Для того, чтобы делать основному составу эти шемы, посохи быстрее в будущем. Этот рейд будет собираться для этого. И чтобы туда состав ходил. То есть и твинов там в будущем можно будет одевать. Вот, если нет желания ходить с нуля и покопить, то, пожалуйста, сидите. Так, твинов или альтов? Это второй этот, блядь. Ну как работа. Ну как вы назвать? Не, если не хочешь, то пожалуйста, я не буду заставлять. Ну и с фул ЕП туда я пускать не буду людей. Я себе поставил персонажей, вытащил друида и паладина. На них также 0 ЕП, как и на тех персонажей, которые вступили. Я одинаковый с ними. Будешь постоянно туда ходить. Ну да, я буду постоянно туда ходить. Вот. Кто не постоянно ходит... Ну, кто не постоянно ходит... Извините, перебью вас. Войд, поменяй меня, это Вихторг. У меня голова болит. Не пойду. Все, всем удачи, ребят. Да. Давай. Это походу мы пиздели дохуя, вот он и решил. Да. Идите вы нахуй. У меня, кстати, башка перестала болеть. Тоже болеть. А, ну так вот. У меня теперь развалил, спасибо. Я Викторку заразил. Мне только. Живите рыбу. Это все залупа, нахуй. Я говорю, если не хотите, вас никто заставлять не будет. Ну так как бы рейд написано, для чего делается. Так, я первый на боссе, Виланша второй, что все, третий, рарник на трэше. Сейчас метки поставлю. Так. На метке там плюсаните или сам поставлю? На кубы. Так, Химиса звездочка. Притон стоял на купе. Мистери стоял на купе. Так, притон кружок. Мистери ромбик. Кто еще там? Никто не плюсанул нихуя. Так, маги, кто на куб с вас пойдет? Эй, я. Да там любой может. И... Вообще. Там все пешком делается, бегаешь туда-сюда. Так, эй, Луна, бонсай стоишь на кубе? Умеешь? Практикуешь? Занончите, встану.
Так, треугольник. Ну, не ставил Гериф, я так скажу. Ну, здесь то же самое, по идее, я так понял. Нет, не то же самое. Босс сначала прокастует каст. Каст закончится, ты нажимаешь куб. И держишь. И ждешь, пока 5 лучей попадут в босса. Появится красная надпись в чате. Босс скажет нет, только не снова. И только после этого можно отпускать. До этого нельзя отпускать. Окей. Заходите сюда, чего вы там стали. Квесты, мальфисы, что все. Я в танке, да? Кто? Малефисус. Нет, в ДД. Кому истерику кидать? Скажите, я сразу фокус возьму. Давакин. Все готовы, запускайте мобов дальнего гриппа. Быстрее, ну запускайте, хули вы стоите? Так. Первое войско там. Тридцать секунд, давайте быстрее убивайте эту хуйню. Чертворца убейте, чтобы он новых не призвал. Че ему было добивать, припот выпить. О, не успеем, 9 секунд. Готовимся босса бить. Не жалейте там прожимки, ДКшники. Скоро вспышка будет, готовимся. Встаем по кубам, нажимаем кубы, все отпускаем. Это что было? Это эти скелеты. Full DPS по скелетам. Череп грипп, но первый бьем, буреба фиряешь. Че, прослакал? Ну да, наверное. Или я прослакал, или кто? Или ты? Я.
Скелет объем. Скелет объем. Что все, гриб не скелета. Одного. Любого там. Чтоб милики били. И оковы ему, оковы. Гриба фиряем. Там ты 4 скелетов добивайте, РДВ. Еще и. Тут там не наша. А я вот сейчас грипну. Еще грипнул одного, милики бьем. У ДПС. И крест тоже надо бить. РДД крест и милики этого. Так, готовимся, скоро вспышка. Скелета добейте. Все, бьем босса пока. Так, скоро будет вспышка, готовимся. Ромб, ромб. Зажимайте кубы. Еще один. Все нормально. Это, блядь. Демоны выходят. Сейчас подведем туда босса. Сейчас война захилите хорошенько. Демонов ауешим. Сбиваем им косты, мелики. Станем. Угу. Станем. Вилаша сейчас давай Т4. Демонам отдай, Вилаша, сало какому-нибудь демону. И что все тоже сейчас, когда я с тебя заберу, дашь какому-нибудь сало. И касты тоже позбивай. А уешим демонов. Не босса, демона бьем. Демона, демона быстрее убиваем. И диспелим проклятие магии. Акиса ставь тотем. Не люблю гимноману. Равист и нерпа Акиси. Демонов добивайте. Скелеты. Нажимаем кубы. Все, отпускаем. В центр веду. Скелет объем. Грибник, кто там? Так, дал не зыбку. Скелет объем, милики. Убивайте этого скелета быстрее. Милики, убивайте. Какого дал он? Так что все, готовься забирать. Милики, после этого скелета фул ДПС по боссу. На того скелета похуй, все фул ДПС по боссу, переводим босса. К звездочке готовимся отходить. Может быть герой? Не, не надо, в конце дадим. Это 4% фул по боссу бейте. До следующей вспышки. Должны перевести 3%. Все фул по боссу бейте. 2%. Все, 0.5%. К звездочке готовимся отходить. Все, отходим. Скелеты веди к нам, скелета бьем. Сначала скелета убиваем, потом босса бомбить. Так, и Вилаша. После Вилаша еще все. Все скелеты играем. Вон они скелеты. РДД повернулись. Ники тоже можете побить скелет. Добили скелетов там, не вижу. Хорошенько сейчас захиливаемся. Вы втроем как сдохли. Пресса, блядь, маги нахуй. Скелеты добейте РДД одного, блядь. Все, добили. Синтек ресни. Песа сходи ресни. Акиса, что у тебя до тотема? 2 минуты. Вот то, что вы пишете, я взорвал печать Мактеридона, это залупа. Это получается вы кастуете во время этого. А, или нет? И это все пишут. Так, Песа, давай гимноману.
Ранник можешь после всего все забрать. Чуть не вижу, где он. Ага. Геншин гимна мало. Синтек заливает там по себе хотя бы. 14 лямов еще бить. Тотем у тебя киса есть? Да. Ставь тотем, не люблю щиты гимноману. Мне кажется, долго бьем. Что говоришь? Долго бьем, кажется. Ну да. Есть такое. Так, мешок. Мешок сегодня на рыболовном конкурсе, наверное, кто-то выиграет. Лучше сумку поставь. Какую сумку? Вот это 20 слотов, блядь. Да. Лол, блядь. Сумка на кого бог пошлет, по традиции. Так, этому не получается. Я себе что ли дал? Ебать. Кстати, мы без Геры били. А, да, ну пох. Сейчас на короля отдадим. Кому надо этот посох обоссанный? На распыл сразу беру. Медальон надо кому-то с хилов? Так, Геншин, Буребай. Ну, Буребай это залупа, наверное, на тебя будет. Давай Геншину дам. Можно я престом пойду на голову квест? Да, нет. да, заходи. Перчи надо кому-то? В принципе, мне кажется, мусор распыл возьму. Печать пустоты ролим. Ну как ролим, блядь, не ролим. Это самое, я по приоритету смотрю. Давай лучше ГМ ХМ соберем, престом сходишь. Я локом схожу, может еще кто пойдет. У меня еще такая есть, могу сказать. Так, Святос. Святос, ты на мейнспек? Что-то не найден, пишет игрок. У тебя сколько там апнутых печенек? Одна. Все, я тебе передам. Полетели на королей. Забыл, тоже локу надо квест, блядь, сделать. Класс забрать. Так, ладно, пойду протонусь. Сумку эту выкидываю. Блять, не надо никому 20 слотов сумка, все удаляю, короче. Так, это сейчас на конкурс. На распыл, блять. Портуюсь, лечу сам, короче.
перевернется грузовик с печеньками. Да, блять. Перевернется. А себе штаны взял Т4, пятый кусок, чтобы это три фрош шмотки одевать на Синдру. В Гере надо будет. Чтобы поменьше пробивало. Кстати, а вот Синдра, ты же был, ну и ты играл на циркуле, по-любому ходил в целка 25, да? Ну конечно. А там другая тактика с глыбами. Да нет, все то же самое. Нет. Там, короче, одну глыбу мы ставили на притяжке посередине. А все остальные глыбы выносились, короче, в сторону, на стороне танка. Это так же делают, просто мы делаем, чтобы с Ивови это все было, но просираем все равно. Понимаешь, можно хоть как эти глыбы ставить. Главное, чтобы люди в свой маленький мозг, блядь, поняли одну такую простую вещь. За каждой глыбой, если ты не скинешь стаки, ты подохнешь, блядь, вот и все. Вот ее ставь хоть в Далоран, блядь. Ты главное за ней окажись, блядь. Скинь стаки, которые тенси энергия происходит каждые 6 секунд от босса, блядь. Вот это аркан, вот это, блядь, взрыв нахуй. И все. Там ты хоть ее, блядь, ставь, я не знаю, вокруг босса можешь, блядь, расставить 10 глыб, нахуй. Вообще до пизды. Главное вот эту хуйню, блядь, понимать. Там, короче, она ставится для чего? Для того, чтобы милики не убегали от этой, от Синдры, с центра. Ну, ДПС не теряли. Глыбы ставятся в сторону, там ее разбивают. Ну, либо там танк ставят, ну, стаки сбрасывают. Я открою, может быть, секрет. Но милики, у которых есть хотя бы, блядь, 30 IQ, блядь, они могут бить хоть как ты ставь глыбы. Хоть, блядь, под ебало, хоть под хвост, блядь. Они могут бить. Хоть ее впритык рядом ставь. Когда глыба ставится в центр, блядь, милики убегают, к РДД бегут. И они не бьют в это время. Я вот про это. Ну, я тебе открою секрет, блядь. Они могут бить в это время. Главное скинуть стаки с себя. Ебало? Чего? Ну как ты, ну, блядь, а где бить? В ебало бить ее? Почему в ебало? Сбоку? Зачем в ебало? Не хвост? Подбегаешь за глыбу, подбегаешь, ты оказываешься сбоку, где локоть Синдры. Там отметки до локтя 5 метров есть. И хвостом она не уебет. Да нет, не уебет. Ты в глыбе стоишь. За спиной у тебя глыба будет. Спереди локоть Синдры. Там на таком рендже все должно стоять, чтобы те РДДшники, которые стоят в кружке, они доставали танка спокойно на 40 метров. Это самое главное. Вот и перед ними была вот эта метка, там через 15 метров метка. Там уже за этой глыбой есть место. Метров 5 там есть точно. Я бил, блядь, миликом. Я же не просто так это говорю. Ты скинул, главное, стаки. Ну, бежишь, ты бьешь эту глыбу. То есть основная задача миликов — убить эту глыбу. РДДшники тоже ее бьют, но у них... Они вот дотку кинули там. Эти стаки с них скинулись. Они шаг влево сделали и обновили доты на боссе. Следующая метка появилась, они это, цвета с чутья. Печенька. Тыкаем на сумон. Так, Призан, тебе надо будет тут похилить. Синтек потанчишь, рарник подамажишь, синтек двоих потанчишь. Принимайте смо. 23 пойдем, что ли? Тебе на мальфициста надо будет, типа, или что? Я забыл. Да. Бигдэм в сети вроде. Это малифицисты есть. Тыкать нас. Ну, нас да. Можешь. Я к этому их веду. Ну, быстрее закончите, парашу, бля. Сейчас после рейда будет конкурс. 10 минут всего идет. Полетим на озеро Ледяных Оков. Там битвы нету, надеюсь. И порыбачим 10 минут. Блять, рыбалки нету. Ну, если нету, постоишь, это самое, почилишь.
Ни на одном твине нету, что ли? ПС потерялся. Не. Похуй на ПС, пошли бить. Я громилу подержу, вы остальные двоих держите. Потом подойдем. Мы ж на десятку ТТГ. Ой, десятка, давай, или после конкурса. Там посмотрим еще, кто будет. Через диспельти там, нет. Раз его отдал. Я только давно не танчил, можно примерно туда написать? Да, я просто помню, что еще босс там должен выбирать таргет, а то, блядь, будет как правильно там. Вот. Когда он... Там есть столбик такой, взял. Факел там, у них какой-то... Столбик, короче, там стоит, в него жопой встанешь и все. Там увидишь. Ну я в нем стою, мне похуй. Рейд подальше станет, ближе к лопу станет и не будет отвлекать. Блять, вы будете убивать этих мобов сегодня? Сбивать им косты, хуй знает, что так долго. Черепу поставь на разные цели. Ну, поставили. Систов дохуя же вреди. У меня тут спецзадача, блять. ЛПшку тыкаю, маба. Ну, разъебали пацана. Сука. Ваня, давай по очереди косты сбивать. Вот иди этот, а ты следующий. А то я не успеваю вас бить. Три танка, ДКшника, блядь, какие косты по очереди, вы чё? Мне похуй, я громилу стою танчу, мне вообще похуй на косты. Тут три моба же. Чё, фокус возьми и всё. Ебань. Это слишком скиллованно надо быть, это, блядь, 50 IQ, наверное, надо, блядь. Нет, а не столько нет. Фокус. Фокусник. Покажите фокус. Фокус. Ёбаный в рот, я фере, моб убежал. Сейчас пизды даст кому-то. Вот это фокус. Вот это прикол. Магии, снимите с него это, блядь. Обновление. Бля, хилится. Че, он больше хилится стал, что-то не вкурил? А просто кидают на себя вот этот престолский баф. Ну это. Да все громилы хуярят, смотри. Фу-фу. Да ёбаный урод. Нога чешется нахуй. Да я релогнусь пару секунд. Хилбут хоть включу. Синтек, значит, твой столбик, вон он, не с пульти босса. Где звездочка, треугольник, твой столбик там. Понял, принял, да, понял. Так, я буду тончить, ебало эту луну, короче, пускаю тончит и Вилаша. Я буду крестик тончить. Мне больше всего нравится. А Олма будет тончить, что все. Ты тончил Лока уже, да? Там просто... Нет, Лока нет. Там просто зеленку нажимаешь. Там дебаф есть, он висит на тебе 10 секунд. Он обновляет его с третьей на вторую секунду. Где-то, когда наводишь мышку на свой дебаф, где-то, когда пятая секунда тикает, сразу нажимай антимагический панцирь. Смотри, чтобы руны были. И он пропустит просто обновление тика на тебе, если астаки сбросит. И все. На пятой секунде зеленку. Да, на пятой секунде. Так, крестик там. Луна там. Это вы все знаете. Вилаша АК забиваешь.
Ну, ну и это, если отлетать будешь, Вилаш, отведешь там куда-нибудь ко мне поближе, хуй знает. Так, призом где? Надо сумануть. Ставлю рыбу. Так-то еще десятку людей нужны, печеньки. Сюда еще ходить и ходить, блядь. Так, хилы, имейте в виду, у нас тотем с гимном по команде будет. Там просто так не отдавать ей гимны. Вот. Потом что? Иннеров у нас всего лишь один от кота. В общем, посмотрим сейчас. Так, жрите рыбу. Чек на пул. С пула никто не бьет, потому что агро порезанное. Пока наберем. Смотрите в обман. Не бейте вообще нихуя. Секунд 20, наверное. Что, все готово? Может быть, это равенство в сову? Ну, плюс РДД. Да, можешь равенство в сову прыгнуть. Прыгни в сову, да. Отойдите подальше, босс, не спульте. Сейчас он спекнется, поест. Где ты там, спекаешься? Или он не слышит? Я ему написал. Представим, когда маги делят между собой. Так, раз он в сову, я его сюда перекину, чтобы он хилился от бигмема. Так, получше будет. У кого-то есть хилбот сейчас? Дима, у меня есть. Как отключить петов в хилботе? Настройки, потом шкурки. Осуждаю. А хули я маг, мне что, петов теперь еще диспелить, блять? Да. Че ты ебались, блять? Я вообще диспелить не должен. Должен. Настройки, шкурки, исцеление. И там, короче, вот панель исцеления. Да, нашел, да, спасибо. Чтобы вам веселее было, первый по диспелу 100 ИП получит. Ладно, хуй с ним, 200. Диспелит. Называю. Бля, я диспелить не могу, что за несправедливость. Называю, кто диспелит. Акиса с этим, с призаном. Но вы диспелите меньше. Это самое. Не стремитесь там погнать. Больше цепух давайте. А соревнуются три мага и сова. Так, подожди. Там сейчас, секунду. И парни. А, вот, это было с Мактридона. Вот, видишь, 33. Красавчик. Красавчик, хули. Блять, ну пиздец. Дает счет. 5, 4, 3. Никто ничего не бьет, только танки бьют. Пошли. Смотрим, кто откроется. Открылся Кеглер, это треугольник на синтеке. Ой, блядь. Смотрим агро. Там отдай берсерк, набивай агро. На пул давай кидай через треугольник на синтека. Так, а что за этот темное гниение, что ли? Да. Стакается, видишь, на тебя. И на кстати. Пошел убивать. На скольки стака? На скольки хочешь. Вот сейчас можешь проверить. Уже я сделал. Скинул, да? Ну да. Ну все. Как откадешься панцирь, еще раз скинешь. Так, милики, не сдохните, Буримай, Рарник, там отбегайте, блядь. Не только не сдохните, вы когда лежите, это хуево. Сейчас захиливайте, когда... Захиливайте, Русманы, вот крош. Крестик бейте, РДДшники. Тут агро есть, все нормально. Этот, не забывай сбивать эту хуйню Вилаша, вот эту, который всех мобов захиливает, он, блядь, всех захилил. Так, не зыбко буду я давать.
Так, даю незыбку. Дохиливаемся. Так, смотрим. Это открылась собака. Пару собак себе забрал. Вам проще было. Герма. Ну да, давайте Геру бейте. Бейте Лука. Главное, проклятие на него киньте. Блин, где мы его? Уже есть. Проклятие диспельте там, блядь. То он убьет как бы нас. Смотрите, не это самое. Так, тем временем. Призн ставь тотем. Геншин гим на ману. Блядь, Синтек, отойди его подальше, заебало, летать. Вы сами отойдите поближе к Луку, блядь. Он стоит там и уперся, чтобы его не откидывало в столбик. Синтек, по не люблю Штейнер. Блядь, не Синтек, Равист, по не люблю Штейнер. Сколько там? А, кастует, пожалуй. Все, крестик. Крестик бьем. На кроша тоже вроде, да, надо кидать? Да, да, надо. Это, там бомбы в рейде, нахуй. Вы как-то стойте, блядь, на рейнже нормально. Или выносите бомбы. Так, у меня до незыбки 9 секунд. Вилаша, незыбку готовь свою. Сейчас после этого коста будет. Давай. Давай незыбку. Захиливаем. Призан ставил вроде. Акиса, ставь тотем на ману. Не люблю гимн на ману. Давайте. Луну бьем. Избивай касты, Вилаша. С маной залупа полная. Надо добить кого-то. Призан, напишешь, когда тотем твой откадешится? Сейчас сколько до тотема, скажи, минуты две, наверное? Три? Йо. Ну, кису уже маны нету. Буребай по Акисе, возложение рук. Так, скоро кто-то следующий откроется. Олм, Лок открылся. Лок обьем все. Одну собаку грипну. Так может все-таки Геру шаман какой-то даст? Да, дайте Гера, чего вы не давали? Уже. Лока забери, луну забери. Ваша. Бейте. Так, Равист. 50 секунд. Ладно, Биг Дэм, давай гимноману, то просели хилы, пиздец. Да, если отлетаешь, тут стой. Что там, добьете, нет? А, походу нет. Так, Лок открытый. Добиваем Лока. Да блять, Вилаша, сбивай эту хуйню. Только этот каст сбивай, вот те простые косты не сбивай. Только молитву сбивай. Лок убили, отдыхаем. Так, а это кто тут танчит? А ну-ка отдай короля. Ты что, в танке что ли? Я ж тебе говорил в ДД. Это рарник, иди забери у Синтека. Синтек, иди и залей инер по Акисе. Иди забери у Синтека этого
Он нидер закинет, потом обратно заберет. Две секунды осталось. Нидер по Акисе станешь... Крош. Призом 3 секунды, да? Крестик бейте. А, 30. Блять, хуёво. Терпим пока, хули. Синтек залил. Равист, залей по Геншину Иннер быстрее. Равист, Равист. Рависту напишите кто-то в ПМ, кто там, блядь, может. Я написал. А, все, Геншину залил. Так, тут, короче, гимн на ХП, наверное, сдадим. Готовимся, секунд через 10 будет. Так, готовимся. Геншин, давай гимн на ХП. Ризен, что есть АТМ? Луну бьем. Этот Песа гимн на ману. Блять, надо просто с гимном его одновременно давать, чтобы маны больше резались. Гимн 20% маны добавляет. Тотем в процентном соотношении ману резает. Так вы меньше маны получите. У меня 14 секунд гимна ману. Так, это у кого? У Генши. Ага. 5. Ну, в принципе, и давай сразу. Акиса, что тут тема? 20 секунд. Там минуту только ждать, я не люблю щиты еще. Или треугольник бейте. Милики тоже идите бейте. Прыгивайте только от хуйни от этой. Блять, два бича недобитых стоят, сука, пиздец. Это просто одного тела не хватает в рейде. Так, ну сейчас мы подождем тотем этого, не люблю щиты. Сейчас 20 секунд у него. Ладно, терпите немножко. Так, Песа до гимна ХП. На всякий случай. Все, крестик добивайте. Все, ставь тотем Акиса, не люблю щиты гимномана. Все, и сейчас чильте. Или... Так, у Синтека Иннер есть. Так, Синтек. Ой, там он на вен сдох, блять. А может... Не забейте, добивайте уже. Да не, не, это самое. Рави, стресай на вена. Синтек, на вена сейчас резнут. Это самое даже. Ну, ладно, сейчас резну, то наверное поближе к треугольнику бежишь, он тебе даст иннер. Сюда ему иннер. Вот, ага. Вы стойте дальше, чтобы. Вот тут вот стойте. Ближе к черепку, чтобы вас не откидывало. Сейчас кто-то откроется через пару секунд. Вон луну добивать. И опять минуту чилить будем. Да чё чилить, потому что другого. Хоть и помалу. Треугольник осталось добить. Бьем киллера, пока не активируется. Бьем киллера. Все равно делать нечего. Да. Удобный спот здесь, да? Стоишь, не откидывает, похуй. Хуя у тебя тут 11 тысяч агро. Давайте, милики, вот он, не зыбка.
хуярим. А, нахуя я дал, он не открылся еще. Я понял. Просто не зыбку слил, блядь, пустоту. Все активировался. Вот теперь реально хуярим. Так, кто там? Свято сна истерия. Ебать, вы уярим, кры... Сейчас шмотки раскину с этой хуйни и потом через трэш пробежим. На гурле-то вспоминайте, что делать, давайте без слаков. Чтобы мы там, блять. Можно там пашечку сразу? Да. Не в сову? Не знаю, вообще погоди пока. Да, будь себе. Подожди, сейчас, блядь, пробежим. Так, Бурибай. Остальным не надо никому. Это на распыл, блядь. Пояс надо, никому не надо. Пояс на распыл, блядь. И печать пустоты. По приору у нас Big Dam. А, подожди, он у нас, они эти связанные персы, да? Да, связаны. Да, типа я у кого уже, блядь, сколько недель солю этот приор, чё толку, блядь, он висит, хоть чё-то лутать уже начать. Да я вот думаю, блядь. Чё, у тебя ни одной освещенной печатки нету? Ну, мне надо две штуки на пристав осталось. Ну, думаю, блядь, как к остальным людям, которые одним персом ходят, ты как думаешь? Притом... Все, ну, а кому-то что-то надо, да? Да, тут, короче, вот Лок сидит, такой печальный. Сейчас я назову, кто там стон нажимал. Притон, потом после него идет Песа, потом Химиса, потом Синтек, потом Нострес, потом и Вилаша еще надо. Потом... Ну, вот, вот такова. Что следующему даю тогда, на? Ага. Так, притону тогда даю. Я тоже на этом, как он называется, на присте вообще не освещенные все. Блять, сейчас. Еще 180. 20 кп. Интересно. Зачем столько спойлеров? Ну, чтобы пробежать, блядь. Пошли, вздыхаем. Они сейчас все равно на нас пойдут. Okay. Босса согрели. Так и надо, я так понимаю, да? Да. Какой-то непробежный, блядь. Мы пробежаем. Потому что я без комбата был. А, на мне диван, так что не вставайте, Локи. Да, у меня камень души есть. Кто далеко, ладно, сдох? Подождите, пусть босс... Сначала должен сэвэдиться трэш. Не заходите, никто ничего не делайте. Вот сейчас он бежит на Акису. Вот где ты находишься, Акиса? В начале инста, правильно? Вот это хуево. Да. Вот ждем, когда его разбить. Выйди из инста. Все, мобы бегут обратно. Синтек снимает ту хуйню. Кто лежит в коридоре с мобами, встаем, заходим в инст, ждем сумона. Подними кого-нибудь одного, пофиг кого. Так, кто у нас будет стоять под ебалом? Это должно быть 10 человек. Вообще, блядь, спекнул. Залупа какая-то, блядь. Равист в коте. Сумоньте остальные вставайте. Так, ну первая, вторая пати.
Кого? Призана. Ну, в Милика. Ну, он пусть лучше похилит. А кто? Кто похилит тогда? Не, пусть лучше похилит. Ну вот, первая, вторая пати под ебалом. Ровист в коте, синтек в сове. Все вы под ебалом, короче. Вилаша в ДД. Рарник в ДД. Значит, третья, четвертая пати. У вас 9 человек, на вас руки будут. Сейчас я себе дебаф хрупкость нахуй напишу. У меня вроде был, блядь. Вставайте, не лежите. Все равно самое. Мы ждем сумона. Я знаю, как вы сумоните, бля, я видел, блядь. Войт. А чё там? Ну, да, иногда мы заставляем тебя посумонить. Чё, ИП? Ну, за рассеивание. А, сейчас я посмотрю. Да это шутка была. В смысле, блядь? Было сказано, он делает. Бонсай, да? Я должен понял. Всегда так делать. Он еще по ДПС. Он еще и по ДПС выше всех магов. Ну на тебе 200 ИП. Сюда. Хорош. Мини-конкурс, блять. Я на магике 2 моба грифнул, между прочим. А я на магике, между прочим, диспейлил, блять. Выжил благодаря. Я понял, блять. Это заявка. А вы нахуя и Синтек, ты можешь посмотреть, сколько на мне истерии был на этом, на этих королях? Да, сейчас скажу. Ну-ка, чисто на королях этих. Это сейчас серьезный босс, блять, ребята. Давайте, блять, руки закрываем, 3-4 пати. И потом, потом конкурс рыболова будет, там призы, блять. Готовы. Мешочек, который нахер никому не нужен. Вот это принято. Почему? Помимо мешочка там еще есть? ГП. На какой ГП? ГП. Так. Автомобиль. Димедрол принимаем, блядь, сумму. Или как там, неправильно ник прочитал. Димедор. Как называется? Берсерк? Димедор. А, вроде бы истерия так и называется. Так. Рыба, принимай. Понимаешь. Ставлю рыбу. Вот возле локусского портала стоит, жрите. Теперь... Не, это но самое. Как называется. Все, сейчас по-другому будет руки у вас по-другому. Вот смотрите. Вот по-другому, вот здесь вот рука стоит. Потом под боссом руки стоят. Под боссом это вон там босс будет, там под боссом. Вот здесь будут руки. Ромбики. Будут в центре еще руки. Примерно. Потом еще руки будут вон там, с той стороны далеко. В луне. Правильно поставил? Нет? Да, примерно в луне. Вот. Значит, РДД. Что касается вас. Значит, Биг Дэм и Песа. Вы стоите непосредственно под боссом вместе с хилами. Закрываете там. Биг Дэм и Песа, до того, как огонь разольется, смотрите в сторону луны. То есть стойте с правой ноги босса. Если там рука появится, подбежите и закройте. Так. Также Биг Дэм и Песа стоите в кружке и по очереди закрывайте вместе с хилами. Ай, наверное, в руку не закрываешь с левой ноги, стой там. Стой хиль, хорошо. Дальше. Локи. Три лока. Что-то у вас заметки. Три лока. Ваша метка звездочка и центр. То есть треугольник и звездочка. Вы смотрите в сторону звездочки. Там руки ваши все. Три мага. Вы смотрите в ромбик и треугольник. То есть от треугольника до ромбика смотрите назад. Давакин, ты страхуешь. Если кто-то куда-то не прибежал, ты делаешь отскок жопой и бежишь туда. Сука, на вас, на девятерых, надежда. Если вы вдруг не закроете руку, мы выпадемся. Все, 10 человек под ебалом, вы знаете, что делать, да? Так, а что, все, где закрывают руки? Ты стоишь под ебалом. ДД спек есть? Нету. Ну тогда стой просто, чили. Там 105... даже бегать не надо, да? Да, там, ну, убежишь, когда будет это...
Когда все убегают, за спину тогда убегаешь. А это... я стоял, как-то не убегал. Ну, хочешь, хочешь, стой. Этот самый. Просто 5 стаков рунической хуйни накопи, чтобы еще не запуздать. Все, первая, вторая апатия под ебалом, не забывайте. Проверка, пошли, пошли под ебало, сейчас там крестик поставлен. Первая, вторая апатия, вот мы с вами стоим. Мейн-эвент. Смотрите, блядь, РДДшники, 3-4 апатия, не ДПС, а руки. Сначала руки, потом, блядь, это. Лучше убить босса, чем, блядь, вайпаться. Айновен тут? Готов, все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, я историю дал истерию. Так, первый удар смотрим. Нормально. Руки. Посматривайте там тоже руки во все стороны. Огонь пошел. Не уроните хилы меня. После следующего удара за спину убегайте. Сейчас будет удар. Вот после этого убегайте за спину. Все, уходите за спину. Руки. Песа сдох нахуй. Возвращайтесь под ебал. После этого удара синтек бежишь пресса резать. Иди резай пресса. И быстрее сюда возвращайся. Пресса вставай, касклап пусть тоба. Собаку вызови, там ману себе резь. Давай пресса гимна ману. На киса тотем. Так, что-то печки нету нахуй. Почему-то. Где печка? Он... Ладно, еще прохилится. Ромб руки, ромб руки, ромб руки. После этого удара Равис беги ресы бонцая. Беги ресы бонцая. А, уже не слышит. Ладно, пускай лежит. Руки в ромбе еще раз. Ромб закройте. Все, после этого удара идите за спину. Идите за спину. Сейчас будет ошеломляющий и адский. Готовимся захиливать адский. Руки. Так, даю незыбку. Захиливаем адский.
Ромб руки. Возвращаемся под ебало. Идем дальше. Призн ставь тотем, геншин гин на ману. Руки. Синтек Эйнер по призну. Это что вы там дохнете? 40 раги накопилось. Руки. Раунд. Кто там холик из вас? Геншин? Не люблю. Не люблю. Иди помогай руки закрывать РДДшникам. Их там мало стало. Руки. Сорок стаков, ну, охуеть. Печка. За спину уходим. Уходите за спину. Так, захиливаем маски. Возвращаемся. Руки. Возвращаемся быстрее. Да сука, вы не успели, блять. Кто-то не вернулся нахуй. Пизда нахуй. Ёбаный в рот. Или руки вы не закрыли нахуй. Еще руки не закрыли. Бомжи, блять. Не знаю нахуй, я хуй знает нахуй. Мне нечего вам сказать, блять. То, что вы лежите, чилите, ждете, пока мы убьем босса, нахуй, это вообще залупа полная. Если вы, блять, у вас нету прожибки, не идите руку закрывать. Там люди есть без дебафа, нахуй, которые чилят. Стоят, чилят просто. То есть лучше не закрывать, чем закрыть, да? Ты когда сдыхаешь, ты один хуй рука взрывается, рейд дамажит, нахуй. А люди, которые чилят, короче, понятно, сейчас я буду по никам называть, кто руки будет закрывать, нахуй, не дай бог, не закроете, блядь. Вы привыкли, что за вас, нахуй, один человек, блядь, 10 раз заходит в эту руку, вы стоите, дамажите, нахуй. А сколько хсп надо вставить, знает кто? Это есть тому, кто мог встать, лока резнуть и суммонить всех? Да, уже да, мы уже подошли. Сейчас. Да тут вот, ресает. Так а нахуй вы пулите мобов, блядь? Чё вы делаете, блядь? Стойте, ждите суммона. Ну тыкайте. Ребята, блядь. Ну сейчас только раз, наверное. Лока стоит, кастует шкаф. Реально, ты кто тыкал, не можешь? В следующий раз поближе друг к другу стойте, блядь. Я стою на оба, тыкаю, блядь. Я понял, блядь. И оба, и кто второй не тычет. Да я перед тем резнул, думал, он со мной шкаф нажмет с того, как я был резнул. Пизда, просто видимо. Пизда, я не знаю, блядь, ребята, нахуй, ну я хуй знаю. Вы собаки на этой ебаной просидели, как бичи, блядь, какие-то. Хотя оказалось все просто, блядь. Тут тоже все просто, я говорю. Потыкайте человечка. Потыкайте в эту хуйню. Покидайте тело свое ебучее, блядь. Заходите в инст, и мы вас суммонем, блядь. Вас резать 1000 лет, блядь. Суммон быстрее. Тыкайте на суммон. Пиздец. Геншин, на руках будешь стоять. У тебя щитки вкачаны на скорость? Скорость бега. Так это у холиков же. Это холик. Крупский талант. А, не люблю, у тебя вкачаны щиты? Нет. Блять, вкачай в следующий раз.
Нихуя себе. Выйти на бесполезный талант. Бегать нахуй быстрее до рук нахуй. Чё непонятно? Это же охуенно. Дворецкий Гер еще пригодится. Казалось бы, талант хуйня, но до рук вы, видимо, не добегаете, блядь. В частности, ты, не люблю, что ты сейчас будешь руки бегать закрывать. Если этот на себя, ну, первый раз закроешь так по щитком, второй раз на себя дашь это, дух нахуй, и потом уже кого-то отправляй бегать там. Бегай, смотри, кто ебланит там, блядь. А СС может раскинуть? Так, давай. Значит, давай СС. Мистери, давай на этого. Я хуй знает, честно, на кого давать. Ну давай, да не люблю. Химиса, давай. Давай на себя и притон на себя тоже. Остальные, не дай бог, сдохните. Давай кинув два раза не закрывай. Пэса один раз закрываешь, второй раз тучки. Бигден тоже. Я подсмотрел, раз 4 раза закрыл. Как в ШП? Тучки чего? Тоже позакрываю. Да. Чего? Значит, на какой ШП хиль, блядь, там прохиливать надо адски. Этот. Так, руки будут закрывать. Ты в холике бегаешь, закрываешь. Этот, что, все готов? Я тут ставлю, что? Просто ты нет нажал. Да, еще, нет. Еще раз. Принимайте готовность. Давайте, сука, еще надо 10 минут порыбачить, нахуй, уже спать охота. Принимайте, кто-то Макиса, принимай. Все готовы, даю отсчет. Как тяжело печеньки фармятся, нахуй. Если бы они еще фармили. А чё это за хуйня, нахуй? Ложимся, давайте диван. Не расскажите, пожалуйста, блядь, вам это надо вообще или нет? Сейчас мы разойдемся, нахуй. Бомжи, блядь. Первая, вторая пати. Вы мне объясните, блядь. Какой уёбок не забежал под ебало? Слишком это подойди ты к нему. Сука. Я просто в ахуе. Вставайте, лежачие. Половина желательно. Первая, вторая пати. Кто не забежал под ебало? Первый же удар. Вы что, блядь? Ну так а хули? Вот тебе полтинник. Если 9 человек, не 10, то он сразу адский удар кастует. Он забежал, вроде как. Вот, угу. Он умер через 33 секунды боя, он получил адский удар 7 секунд назад. 33 минус 7, это у нас... Сколько? Это 24. Не тот удар. Ну да. Нужно, блядь, смотреть ошеломляющий. Да, да, я вижу. Нет. Не, ну типа там он ошеломляющий наносил, второй уже нахуй. Ты про что имеешь в виду? Бля, на что надо смотреть? На адский удар или на ошеломляющий? Надо смотреть вот на что, смотри на что. Вот тебе линкую. Вот это видишь? Рекаунт, история, источники, да. Урона, грул, драконобой, адский удар узовая, блядь. Это означает что? Это означает, что мы в 9 ром находились под ошеломляющим ударом, получили урон. 9 стаков, босс кастует адский удар моментально. Шо ты от всех? Пиздец. Ставлю рыбу. Блять, вы хоть автоатакой бейте, просто, блять, сделайте как надо, нахуй. Руки закройте, забегите в них, блять.
Всю эту хуйню сделайте. Баф давайте уже. Пристабаф. Лапку. Каски кто там дает? Жрите ману, резайте там, блядь. Рыба стоит. Синтек без маны бегает. Как ты бить будешь? Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Нихуя себе, Гера. Руки. Кто сейчас не закрывал руки, приготовьтесь закрыть руки. Все закрывают сейчас руки, кроме Химиса и Бигдема, я не люблю. Дай бог, блядь, дебаф от сейчас 3 не словите. Руки. Так, все кроме Мистери, Бонсай, не люблю Биг Дэм, Химиса. Вот 5 человек. Все остальные без демафа закрывают. Okay. Далеко 3 руки. Так, это еще под ебалом, следующий удар стоим. И после этого убегаем. Сейчас будет удар, стоим под ебалом еще. Все, после этого убегаем. Убегайте за спину. Руки. У меня дебафа, закрываем. Так, адски. Я в рубик убежал. Возвращаемся под дебафа. И я сдох нахуй. Синтек после этого удара идешь шею и резаешь. Иди резай. И возвращайся быстрее. Каску лапу приступал. Помогу. Да ебаный в рот, да почему? Да ебать. Да блять. Объясните мне, пожалуйста. Там, наверное, танка нету, который постоянно бегает, закрывает. Да, там мозгов нету нихуя. Причем тут танк? Ну, обычно танк ставят, он всегда закрывает. Сейчас из первой и второй пати кто-то не зашел под ебало, блядь. Это адский удар, а не руки даже. Вот именно, что это адский удар. Я там намертво стоял. Ёбаный рот, у меня просто нету слов, нахуй. Равист, короче, не забежал. Ну, он типа в детейлсе умер самым последним. А первые 8, кто стоит перед лицом, они сдохли сразу. Этим. Адский удар, узывай, да? Но на нем адский удар есть, но это второй уже, наверное. Ну да, но он, видишь, он предпоследним умер. Так, есть.
Так он мог выбежать просто от каста и все. Вопрос-то в том, почему ну... каст пошел. Каст пошел, потому что нету 10 людей под ебалом. Еще вопросы. Вот. 8 человек, кроме танка, погибли. А Равист, он какой пати? Во второй. Да. А он умер предпоследним, следовательно, он и не зашел. Равист зашел. Когда уже все сдохли, он зашел. Ошеломляющий. Вроде он зашел. Либо я смотрю по демеджу, который он получил, он нормально получил, как и все остальные. Ошеломляющего. Ну, он урон от адского удара получил 4 секунды назад, умер 2.51, а мы все 8, кроме него, умерли в 2.29. Ставлю рыбу. Короче, я хуй знает, он это, не он, блять. Кто под ебалом постоит? Так, Акиса, давай вен, это, призен, давай венха, под ебалом постоишь. Я, наверное, готов. Дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. А ты кого в миле поставил? Призана. Он знает? Ну да. Ну ладно. Кого же у нас нету, да? Чего нету? Совы. Не, нету. А, проклятие стихии, бой из лука пьемени. Нету. Сова, синтек, сова. А, ну все тут. Стою перед любовым постой. Закрывайте руки, главное. Не дохните от рук. Все, кроме мистери, бельдема и бонсай, закрывайте руки. У вас там 6 человек. По трое будете меняться, на. Руки. Ну, звездочка, руки. Так, следующие руки закрывают Димедрол, Эя, Песа, Химиса. Остальные только если у вас есть глыба или еще что-то, сейв какой-то. Руки. Я на дальнюю пошел, Ромбик.
Еще один удар. После этого удара за спину. Следующие руки закрывают Бонсай, Песа, Эйя, Мистери. Вы дозахилите. Так. Захиливаем Мацки. Возвращаемся под ебало. Вырубай нахуй сдох. Под ебало кто-то вставай, я, наверное. Рависту напишите, чтобы резал Бурибая. А Навен пока постой под ебалом. Да ебать его в рот нахуй. Я ебал нахуй. Я не знаю нахуй. Вам это просто не надо нахуй. Вот и все, блядь. Чилим нахуй. Я в рот ебал эту хуйню нахуй. Пока до вас дойдет вся эта залупа, блядь. 400 ИП, блядь. Говно ебаное. Может, еще раз попробуем. Сука. Надеюсь, не у всех получится. У меня жопа просто горит, нахуй. Я не понимаю, как вам, блядь. Вам нравится так играть вообще, блядь? Ну давайте, у кого вставалка есть. А там Равис, походу, вылетел. Он вообще не бил. Пиздец. У него он только автоатаки. Он чтобы не послакать, иногда кнопки не жмет. Поэтому он вообще не жал. Он вообще не жал, у него чисто автоатака. Ну, типа, у него сильный пинг, блядь, и поэтому, типа, жрал на это. Ну, чтобы вообще кнопки не нажимать. Я не знаю, нахуй, что вам сказать, блядь. Печально. Печально. Он просит его убрать из-под лица, потому что он вообще не может, нахуй. Ну а кто тогда под лицом пойдет? Иди под лицо Биг Дэм тогда. Да, я на шпат встану. Резайте, блядь. Может, по-быстрому перекурим? Может, пожалуйста, выдохнем. Закроем это. Да, блядь, вы заебали. Идите курите, да, блядь. Не рва просто. Все, идите, блядь. Интересните. Сами-то не заебались вайпаться? Я вот заебался. Я еще вчера заебался. Это плата за печеньку, нахуй, ебаную. Будем, сука, в РБК, нахуй, 5 пачек разбиваться. Не, и ходить. Это я не про это. Вместо этого рейда, нахуй. Там, блядь, прикол был. Профита больше будет, еще, блядь, сердали, блядь, будем продавать, нахуй. Захватим рынок, нахуй, опцион, нахуй. Так, Биг Дэм. Я рейд на РБК. Собирать 25 чел и отправлять 5 групп РБК фарм. Рависту кто-то напишите в ПМ, что он не под ебалом уже стоит. Пускай вообще бегает, руки закрывает. Где монета? Я тут все готов. А, нет, не готов. Написали? Домаш. Рависту. Руки там. Да чего я ебалом, да? Все можно было с первого закрыть, блядь. Можно было, нахуй. Я подъебал, да? Кто? Биг Дэм. Ты, да. Первая, вторая пати подъебала. Он говорит, у него 4 каппинга, поэтому он не сможет. Ну все, пускай стоит, пускай в спине стоит, там, руку в кружке закрывает. Там что только это, под боссом, закрывайте руки кто-нибудь. Там, ну это один, пиздец, конечно, у нас 23 тела, нахуй, еще и тело лагает, считай, блядь, его тоже нету.
Нахуй вообще играть с ним, типа, нет, никакого кайфа же нет, что же. Ну да, ну может он мазохист, ему доставляет удовольствие, понимаешь? Мучить нас, ебать. Тут же есть люди, которые 400 да, драйв типа, на синдре. Сам кайф вот. Не получает, у нас это... Крайний мазохист и садист. Принимайте там готовность, блядь. Садомазохист. Даю отчёт. Ну и так. Садомазофак один. Человек с большим свободным временем. Давайте убьем этого пидора, нахуй, уже, блядь, хватит, нахуй. Уже не могу, блядь. Руки. Не закройте руки, нахуй. Руки. Руки. Этого за спину. Меня убило. Я очень рад. Подъебало. Меня... Подъебало десятое тело. Да не, нахуй это надо. Пизду, блядь. Хил лежат, все руки. Лежат. Нахуй надо, ебать. Ебать, еще и руки. Ложитесь. Красиво. Давай, знаешь как? Кто это говорит руки-руки? Я это кричу постоянно. Кто это говорит? Химисолог. Ты можешь говорить руки-ромбик, руки-кружок, руки-звезда, там можешь так говорить? Обычно я говорю руки за 2 секунды перед их появлением. Ну вот как они появятся, ты можешь сказать руки в луне, руки в кружке под боссом? Стараюсь. Руки в ромбике, 3 руки назови. Руки центр, ромбик и кружок, например. Руки звезда, треугольник и ромбик. Руки луна, треугольник и ромбик. Так сможешь сказать? Потому что нет. Сейчас рука была в кружке, и все 25 человек проебланили эту руку. Я поставил метки, где руки появляются. Значит, короче, 22к въебало прилетело от удара сокрушающего, и я умер. Тебя брони мало просто. Ну, понятно, да, наверное, поэтому. Может, щитка не было на тебе? Может, а присты бегают руки закрывать, нахуй? И когда закрывают, нахуй, они в хрупкости в этой стоят, блядь. Ты я подъебал? Умер от руки, блядь. Ну, твои от руки умерли, блядь. То, что второй раз забегать не надо, это мы не знаем. Ну, я понял. У него щитка не было. Вот так и получается, блядь.
9 человек ебланят стоят, нахуй, ДЦ умирает в руке, нахуй. Щитка что, нету. До победы? Я не знаю, нахуй. Вам это надо вообще? Резайте меня, хули вы, блядь. Я тут лежу возле луны, блядь. Или что, или суманете? Понял, да, что говорит Химиса? Да, метки. Сложним тебе задачу. Все остальные, третья, четвертая пати вас касается. И кто там не люблю щиты бегает. Слушаем, что он сказал. Смотрим лицом на ту метку, на которую он сказал, и бежим туда. Закрывать руки, блядь. Да я чё-то. 5, 4, 3, 2, 1. Руки 2 секунды. Луна, ромбик, 2. Рубик, звезда. Звезда, выйди. Там без разницы, это была одна цель прилетает. Отойдите кто-нибудь назад к ромбику подальше. Я не смогу закрыть второй раз, третий раз. Ромбик 2. И звезда еще один. После этого за спину. За спину. Ромбик 2. Возвращаемся. Не закрыто. Звезда, ромбик. Ромбик, трусы, звезда. А на вен дай нас сыкру. На вот этот, на вот этот удар, ага.
окна, в принципе, закрыли. Сразу же. Кис, отдавай тотем, не люблю гимноману. За спину, после этого удара. Ага, уходите. Одна единица. Возвращайтесь под ебало. Рубик, трусы. Ну, кто-то с центра не закрыл. Ну, у вас у босса. Под боссом не закрыл. Сейчас я его попробую выровнять немножко. Там все РДД лежат. Трусов, звезда. Вот кто сейчас будет закрывать? Ну, закрыли. Вот только следующий некому. Два мага. Маги, глыбы есть. Еще два раза могут закрыть. Маги. БР есть. 5 секунд рубили, или главное тоже закрыть. Синтека когда? Раис лежит. Кто-то из РДД еще. Трусы. Из РДД в мили. Трусы звезда. Убила. РДД в мили. Давай бичи, блять. А я что могу сделать, блядь, если тем более я вообще нахуй кастер ставлю под босса? Ты ничего не должен делать. Вот так вот, блядь. Вы мне расскажите, как вы все там сдохли? 6 человек там дохло. Как вы лежите, блядь, Химиса? Как вы сдохли? От того, что руки не закрыли. Нас ебануло печать. А руки не закрыли под боссом. Под боссом руки нельзя. А чё у вас, блядь, не получается до босса добежать или что, или как? Там Геншин добежал, но чё-то хуй знает, не успел, что ли. Вы как думаете, это вообще нормально, блядь? Так, ладно, сори, мне надо уже уходить. Позор, блядь, пиздец. Я хуею. Удачи. Все, идите отдыхайте. Конкурс откладывается. Я ебал. Заебался уже, блядь.